Уже около недели в Павлодаре на площади государственных символов не развивается флаг независимого Казахстана. Городские власти один из главных символов страны сняли по причине поломки механизма, который поднимает и опускает госсимвол. Кроме того, сегодня состояние площади оставляет желать лучшего. В Горакимате также рассказали, что вопрос благоустройства решается, и в скором времени площадь приведут в надлежащий вид. В настоящее время механизм находится на ремонте, и после его восстановления флаг будет возвращен на место. Также акиматом города Павлодара в настоящее время разрабатывается сметная документация по благоустройству площади государственных символов. После разработки сметной документации будет проведено благоустройство данной территории. В настоящее время арка на площади государственных символов ограждена, и просим населения до проведения ремонтных работ быть осторожными и не заходить за ограждение.